Мы прерываем программу, и у нас шоу «Читер трусливый пес». Маленьким щенком его нашли модераторы, которые живут в городе Админка. Странные вещи творятся на серверах Cybershock. Только Эрик спасет свой дом. 80. Влад, ну что творится? Все. В какой момент ты понял, что он сын? Шок, зачем так говорить-то? Так, ну это 99% бан. А у него клавиатуры, может быть, нет? Какой тупой читер. Зови на проверку прямо сейчас. Что такое модерация на Cybershock? У нас более 1000 серверов и 700 тысяч уникальных игроков в месяц. Это все надо модерировать, заходить на сервера, искать нарушителей и блокировать их. Над этим работают около 100 модераторов и волонтеров. Если в CSGO было все схвачено, то в CS2 абсолютно нет. Сервер на античит еще не написан, и мы впускаем достаточно много людей на проект без фильтрации. Это первый и последний выпуск модерации в CS2 на этом канале, потому что все игровые ролики теперь будут публиковаться на втором канале. Шок CS2. Если что, я приду. Предупредил. Встаем на прайм. Так, по тике там у нас есть один, а по репортам гораздо больше. Чит, читак, чит, оскорбление 8, ВХ, ВХ. Что случилось, Влад? Почему у нас так много читеров? К сожалению, вышло CS2, и они заполонили не только Cybershock, но и соревновательные 5 на 5. Мочком. Надо и банить. Давай начинать. Так, нарушитель у нас 900 элла, 400 часов, но очевидно он не читер. Это в кит. Ну, ради приличия посмотрим. Можно зайти? Давай. Но там ничего не будет. Ай. Молодец. Хорошо. Короче, пока я понимаю, что мы просто зашли потерять время. Ты видел? Это залагало. Это ерунда. Ты подожди. Ну давай еще посмотрим. Я слышал, что демки очень сильно лагают, поэтому, возможно, это был просто пролаг демки. Чекнет? Нет, не чекнет. Хорошая стрельба. Делает вид, что он пытается прострелить. Не-не-не-не-не. Ладно, будем считать, что тот раз был просто баг. Так, читов не найдено. Закрыть репорт. Стрезич, давай. Стрейзич, как ты играешь в ОП-Лего? Ты фрик, что ли? А у него клавиатуры, может быть, нет? Посмотри, не-не-не, он что-то знает. Опа-опа-опа, ай, знает! Ладно, я не спешу. Так, хорошо. Давай. Налево! Утю-тю-тю-тю. Так, ну это 99% бан. Идем дальше. Смотри, фриказоид, ты что, дебил? Он вышел с сервера. Все, мы его блокируем. Так, заходим в баны. 2 года. Использование запрещенного ПО. Заблокировать. 80. Нормально, да? Влад, ну что творится? Все. Что за... Он даже не пытается попасть в чела, он просто стреляет. Мразота. Ну ХВХ, ну для кого создан ХВХ? Зайдите на ХВХ, для вас все делают. Вы куда лезете с честными игроками играть? 2 года, бан, использование ПО. Так, слушай, это рекорд. Мы забанили 2 человека или 3 уже за 5 минут. Да, их много. Так, ВХ, Растафа, ты у нас 0 часов. Вот это... Ой-ой-ой, умный парень. Знает. Не палится. Ну да, это интересно тогда. Но он знает, что не стоит уходить. Вот тут можно уходить, и он и выйдет, смотри. Ну вот, видишь. Но он плохо играет сам по себе, то есть это слабенький игрок, которого есть щит. Растафа, ты получаешь блокировку. Если ты считаешь, что что-то не так, подавай апелляцию прямо сейчас. Проведем проверку. Так, все, выходим. И будет очень здорово, если Растафа выйдет на связь. В Дискорд. За что бан? Да, Израиль. Давай посмотрим. У человека 3 часа на проекте. За что бан? Он сидит, смеется над нами. Верек, у него обход блокировки. У него обход блокировки? У него 4 аккаунта в бане. Да, за что бан? Ты меня слышишь? Привет. Узнаешь голос? Это я, мистер Бист. Мистер Бист, реально? Да, да. Слушай, можешь мне подарить, пожалуйста, видеокарту RX 580? Я тебе могу подарить только бан. RX 580, пожалуйста. Она столько FPS в CS 2 дает. У меня 3070 только сейчас есть тебе на подарок. Чё? 3070 подойдет? Не.
меня она и есть. Ну хорошо, тогда я тебе даю бан. Но если ты хочешь оспорить его, и ты считаешь, что ты чистый, заходи к нам в Дискорд. За что бан? Забанить игрока. Хорошо, ну слушай, сегодня у нас рекорд. Это первая запись в CS 2, и меня напугает. Репорты, давайте посмотрим. Сын тут... щитами, искренне жалко родителям. Вот это уже интересно. 132 часа, и его так сильно оскорбляют. Отправитель у нас человек по имени Шейдер. 125 часов, 800 элла. Отправляет тикет на 600 элла. Давайте посмотрим, за что. Пообщаемся с отправителем и позже с нарушителем. Аферис, он вышел как будто уже. Да, он вышел. Шрейдер, ты меня слышишь? Ну. Ну, ты там тикет кидал человеку. Да, ну. У него был рейдж? Он крутился и убивал, или что там происходило? Ну, он стреляет, не знаю, типа вообще бесшансово, блядь. Просто валяется, но я признаю. Ну, не всегда, конечно. То есть ты считаешь, что он был счен? Да, на самом деле нет. Просто так он убил. А, просто так ему рекорд? Сколько раз он тебя убивал, скажи честно? Сколько раз ты умер от него? Ну, вот у нас Дарика была, 60 раз он. 60 раз? В какой момент ты понял, что он сын... Шок, зачем так говорить-то? Можем, он просто лучше, чем ты играешь. Ну, мэйби, конечно, но он как-то играет, я не знаю. Я предполагаю, что он просто получше стреляет. Ну вот и все, поговорили. Читов не найдено, закрыть репорт. Многие задаются вопросом: Эрик, как вы монетизируете проект? Все очень просто. Большое количество людей пользуются нашей премиум подпиской, либо лайтом. Каждая из них дает какие-либо преимущества. К примеру, в премиум подписке ты можешь выполнять миссии, играя на Сабершоке, и получать за это скины. Играть с любыми скинами, которые есть в скинченджере. Видеть, где и тренируются проигроки, и подключаться к ним. И еще большое количество функций. Если вы хотите получить полноценный экспириенс Сабершока, то это нужно делать, понятное дело, с подпиской. А совсем скоро, кстати, пикем на мажор. Так что это даже инвестиция. А, вот нет. Этот ВХ. Человек, который с нулевым часом КД5. Ой, какая мрачная игра. А, хороший шот, конечно. Каким нужно быть дебилом, чтобы зайти в CSGO сейчас и читерить? Ой, банихоп включил. Так, раз, два, три, в голову, бомб. А-а-а, какой тупой читер. Ладно, баним его. Давай банить. Ну, читер не только в CS 2. Все-таки мы это поняли. О, у нас две жалобы от премиум игроков. А им ВХ. Нарушитель у нас человек по имени Карем Хризье. Он из Франции, 1500 элла, 12 часов на проекте. Друзья у него активно играют на проекте. В стиме у него 2700 часов в CS. По таким водным он чистый. Мало похож на читера. Давайте смотреть. Не, ну конечно, после CSGO CS 2 красивая вообще. Ой. Ужас какой. Читов не найдено. Спинбот, вулхак. Вот это очень опасно. Давайте смотреть. Спинботы нужно блокировать. Тем более никнейм All Gucci, но часов на проекте. 15 на 11. Так, пока я вижу другой чит. Так, мне кажется, там что-то интересное. Почему? Сосать. А, ты видел? Блин. У этого тоже что-то было, я скипнулся случайно. А, ну мразь. Мразь, да что это такое? Ладно, ну читер, ну хоть настроить чит, чтобы ты в тело попадал. Так, нарушитель был наказан. Ой, он банихопит. Да, я тоже заметил. Ай-яй-яй, морозота. Ну ты видел, да? Да. Зови его на проверку. Зови его на проверку прямо сейчас. Выйдет. Скорее всего, выйдет. Да, вышел, да? Вышел, да. До этого уже играл с крутилку, но так и не забанили. Слышишь? Давай, захожу к нему. Давай, давай, давай. Слушай, ну Вандри есть. И представим, что он понимает это. Какая ужасная флешка. Блин, ай-яй-яй, подожди. Ну, у тебя граната есть. А, он уверен, что там чел, но он не такой тупой, что не понимает. Он не понимает, что такая граната не работает, и молотов такой не долетит. Ладно, такой долетит, ладно. Ай, он дебил? Слушай, я хочу его на проверке. Мне кажется, он выйдет. Отказался, ну сука. Кидайте ему бан так. Щит 100%. Кинул жалобу премиум игрок. Нарушитель. 32 часа, 1.89. Похоже. Тимоша, 12.5 лет. Слушай, похоже на то, похоже. Так, пока все окей. Ну, очевидно, у него сейчас будет не окей. Мимо. Первый. Красивый килл.
Ай. Тимоша! Ты меня слышишь, Тимоша? Я блогер, записываю ролики про молодых талантов. Тимоша, я хочу тебя позвать прямо сейчас в новый ролик. Что сделать нужно? Просто зайти в Дискорд, мы проведем с тобой сейчас небольшой созвончик. Давай, Тимоша, мы все ждем. Давай, Дискорд, кидай свой Дискорд, Тимоша. Я так рад, что Тимоша пишет. Алло. О, Тимоша. Да, я. Сколько тебе лет? Ну, немного больше, но в целом так. Сколько? 17. Твою мать, Тимош! Не блокируйте это вранье. Ты не Донг и не Моноси. Слушай, Тимоша, может тебя и не Тимоша зовут? Нет, тут Тимоша. Тимоша. У меня три вопроса к тебе. Скажи честно. С читом? Нет. Слово пацана? Конечно. Я топ 12 по серверу. А с какого аккаунта? С другого? Да, с другого просто играть. А зачем сейчас с этого играешь? Плохой. Там КД плохой, мне не нравится. А сколько ело на фейсте у тебя? Ноль. За компьютером сейчас? Да, показать какие-то файлы надо. Да. Хорошо, а что надо? Демонстр, включай экран. О, ты прям так уверенно это делаешь. У нас никогда еще такого не было, слышишь? У нас никто не включал камеру. Сейчас, я с телефона разбираюсь как. С телефоном будешь экран показывать? У меня нет приложения Discord на компьютере. Качай, да, мы подождем. Открой корзину. Тимоша? Тимошка, what the fuck? Навелся на картину и выключает стрим. Ребят, если что, того парня, который навелся на корзину и выключился стрим, вот вы видите переписку. Мы его отпустим, но будем следить за этим парнем. Спасибо, извини, что не сделал контент. Первый проект... Слушайте, да он шарит. Это реально был первый выпуск. Жестко. Друзья, спасибо большое всем за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Если так, то посмотрите мои другие ролики, к примеру, большие интервьюшки. Я думаю, они вам точно понравятся. С тобой был я, Эрик Шоков, и до следующего ролика. Пока.